0,31, то есть на 0,1 выше был результат. Но опять же, шестое место после короткого танца, это еще ни о чем не говорит, поскольку уступали они тому же французскому дуэту чуть больше 1 балла. Ну и сейчас решается вопрос, какой из европейских дуэтов будет в итоге стоять в турнирной таблице выше. Габриэла Пападакис и Гильом Сизерон. Выступление